хороший третий период получился. Думаю, всем зрителям понравился. Так игры нельзя начинать, как мы начинаем. Первые два периода мы вообще не играли. Надо разбираться в причинах. Чего не хватало в двух стартовых периодах? Показалось, что просто авангард был свежее? Ну, сложно сказать, свежее нет. Ну, получается так, да. Может быть, причина кроется в дальней поездке? Вот, в Хабаровск, Владивосток, Китай? Ну, не сложно судить. Может быть, в этом причина, да. Четыре дня без игр мы были, получается. Чуть выбились из ритма. Может быть, поэтому, да. А как настраивались перед третьим периодом? Что творилось в раздевалке? Словат вышел и взвинтил так резко темп. Просто говорили, что играть в полную силу, втаскивать игру, бросать больше поворотом. Первые два периода 11 раз поворотом бросили, так не играются игры. Было ли как-то принципиально выиграть сегодня? Да, у нас каждый матч принципиально, у нас там плотно очень турнирная таблица, в точной конференции. Но все матчи принципиально, очки, 3 очка, 3 очка есть.